согревающий, безумно ароматный и вкусный напиток, сделанный в домашних условиях, станет отличной идеей не только для зимних вечеров, но и для праздничного стола. Рекомендую рецепт на заметку. Спешу предложить вам несложный, но очень классный вариант, как приготовить глинтвейн новогодний, благодаря использованию натуральных специй, корицы и ванили в палочках, свежего мускатного ореха, аниса и гвоздики. Напиток получается безумно вкусным. В холодный праздничный вечер это именно то, что нужно. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Ароматные специи – это то, что делает глинтвейн неповторимым напитком. 2. Хорошее вино и апельсины – также незаменимые ингредиенты. 3. В небольшую кастрюльку налейте вино и добавьте немного меда, поставьте на огонь, выжмите сок из половины апельсинов, влейте его туда же. 4. Добавьте анис, гвоздику, ваниль, корицу, натрите немного мускатного ореха. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Оставшиеся апельсины нарежьте тонкими ломтиками и добавьте в напиток, уберите огонь до минимума и томите минуты 3, чтобы глинтвейн как следует пропитался ароматами. Перед подачей на стол процедите его, чтобы убрать специи. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Красное вино, 1 штука, бутылка. Мед, 50 грамм. Палочка корицы, 1-2 штук. Мускатный орех, 1/2 чайных ложки. Стручок ванили, 2 штуки. Апельсин, 3-4 штук, небольшие. Анис, 6 штук. Гвоздика, 8-10 штук. Количество порций, 4-6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.